Цена только сегодня. Каждый день мы представляем один товар по исключительно низкой цене, действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Ну а прямо сейчас, в эту минуту, мы продолжаем удивлять вас горячими ценами. Невероятно, такого не было никогда и больше не повторится. 18 предметов за 3999 рублей. Сейчас же набирайте наш номер телефона, чтобы успеть забрать свой набор от бренда Velberg. Этот набор называется Regal. И у нас есть две модификации. Что же входит в набор? Давай разбираться. Во-первых, в этом комплекте есть все, что мы хотим. Есть кастрюли всех необходимых размеров. Есть ковш, есть даже сотейник с антипригарным покрытием. Плюс ко всему бакелитовые поставки, сетка для фритюра и пасты. Самые необходимые аксессуары. Ведь этот набор будет достоин любой кухни и самой хозяйки, которая такая... Слушайте, невероятно! Этот набор стоил почти 8 тысяч рублей. Сегодня горячая цена, сегодня самое выгодное предложение. Набирайте наш номер телефона, давайте знакомимся со всей комплектацией. 18 предметов. 18 предметов в честь майских праздников. Итак, кастрюля самая большая, 6,1 литра вместе с крышкой. Далее у нас идет кастрюля 3,6 литра. Мне кажется, в ней хорошо готовить, например, суп, да, борщи, щи будет хорошо. Сварить овощи, да. Гарниры, все, что хотите. 2,7 литра кастрюля также с крышкой. Далее смотрим, у нас есть братья-близнецы. Это кастрюля 1,9 литра. И ковш также объемом 1,9 литра. Далее вы получаете в комплекте еще и сковороду-сотейник с антипригарным покрытием. Вот она. Вы посмотрите, объем здесь 24 сантиметра. И большая редкость. Это фритюрная сетка. Плюс аксессуары. Это половник, лопаточка и ложка. И еще и две бакелитовые подставки. 18 предметов. Успевайте, забирайте из эфира и получайте удовольствие. Я вам обещала рассказать о том, что у нас есть две модификации. Ром, это очень здорово, мы можем угодить любой хозяйке. Я сейчас возьму крышку из одного набора и крышку из другого набора. Вот мы с вами видим сейчас вторую модификацию. Она отличается только ручками на крышках. Ну что ж, то есть у нас одни ручки идут с термодатчиком, а другие ручки у нас идут... Эргономичные. Кстати, да, они эргономичные. Очень удобно на них класть половники, ложки, да. И ничего не протекает. Ну что ж, у нас есть либо с термодатчиками, их, кстати, совсем мало, поэтому спешите, если хотели именно такой набор. Ну, это такая эксклюзивная версия. Да, либо набор с эргономичными ручками. Цена одинаковая. 3999 рублей. Набирайте наш номер телефона прямо сейчас. Это набор мечта. И 18 предметов в магазинах вы ни за что не найдете. Ну что, а теперь у меня законный вопрос. Что мы можем готовить? Что мы можем удивительного нанести? Давай, Оль, разбираться. Давай. Во-первых, этот набор действительно самый многофункциональный. Поэтому готовить в нем можно все, что угодно. Оль, я приглашаю тебя ко мне на кухню. И да? Я хочу показать все, что мы приготовили. Ведь мы готовили здесь множество разных блюд, которыми мы вас сегодня будем удивлять, ведь готовить в этом наборе стало просто незабываемо легко. Вы сегодня узнаете, как можно приготовить кашу благодаря нашему термодатчику, как можно сделать хорошую наваристую шурпу или даже протушить перцы без опаски, что с ними что-то может случиться. Но мы можем готовить даже во фритюре, и это не все. Ведь благодаря этому набору мы можем даже использовать его в духовом шкафу. Поэтому, друзья, внимание! Хотите посмотреть, что я приготовил в духовке? Конечно! Поэтому, внимание, сейчас на ваших глазах из духового шкафа я достаю полноценный обед для целой футбольной команды. Чемпионат мира же на носу! Поэтому мы готовим для целой большой футбольной команды и готовим это в нашем наборе. Вот, посмотрите, запеченное мясо, запеченное с овощами. Ведь запеченная еда на самом деле является одной из самых полезных. А теперь, Оленька, давай посмотрим, как все-таки это у нас получилось. Какой у нас получился результат. А я еще продегустирую, потому что ты должна видишь, уже убедиться. Даже соки брызгают. Смотри, а какая посмотрите, корочка. Вот. Вот оно, сочное мясо. Все соки сохраняются внутри. А знаешь почему? Почему? Потому что наш набор имеет 5-капсульное термоаккумулирующее дно. Соответственно, когда мы готовим в шкафу, у нас все соки остаются внутри продукта за счет правильной термоаккумуляции и правильного теплообмена. Ведь, давай говорить так, у любого шефа есть свой секрет приготовления блюда. Ведь основной секрет – это хороший продукт. Но какой бы хороший продукт ни был, его может использовать
испортить плохая посуда. У нас же здесь, посмотрите, посмотрите, какое мясо. Ведь очень важна терморегуляция. Просто идеально. Хочешь, Оленька, попробовать? Да я, конечно, хочу попробовать, а потом давай, я должна отрежу небольшой кусочек во вкусе. Ну, а тем временем я сообщаю, набор называется Велберг Регал. И у нас за 3999 рублей сразу 18 предметов. Мясо из духовочки мы достали, выпекали на сотейнике, который вы получаете в комплекте. Потрясающе вкусно! А вот это почему? Да! Вы представьте себе, мы приготовили в духовке, мы и запекли, мы и обжарили, мы и получили огромный кусок невероятно вкусный в наборе от бренда Велберг. Я хочу отметить, что такое мясо только я пробовала в ресторане. Оль, давай все-таки разбираться, что такое пятикапсульное термоаккумулирующее дно и для чего оно нужно. Это 5 слоев металла, состоящих из алюминия и стали. Алюминий, соответственно, позволяет быстро нагреть посуду, сталь это тепло удержит и распределяет равномерно по всей посуде. Тем самым мы получаем всегда идеальный результат – сочное мясо и хрустящую курочку. Слушай, вот это все, что нам необходимо. Но я раньше думала, что этого добиться дома невозможно. А оказывается, возможно. Но мне нужны доказательства. Доказательства, да. Как просила, вот, пожалуйста, доказательства. Итак, друзья, вот посмотрите. У нас есть 3 кастрюли. Угу. Одна кастрюля такая вот, ну эмалированная. Угу. Многие есть дома. И смотрите, давайте вот посмотрим, что... Вот разберемся сразу. Я хочу прямо сразу показать. У многих эмалированная посуда. У многих эмалированная посуда. Но при этом в эмалированной посуде готовить не рекомендуется, тушить в плане. Тушить нельзя, потому что к ней часто все пригорает. Посмотрите, вот такой вот результат получается при приготовлении в эмалированной посуде. В ней можно варить, но тушить не стоит. Поставим сюда. Теперь. Оль, внимание! Вот такая кастрюля из обычной нержавеющей стали, не имеющей пятикапсульного дна. Во-первых, посмотрите на цвет. Она уже некрасивая, она не яркая. Mm-hmm. А теперь давай посмотрим на то, что мы, соответственно, здесь приготовили. Посмотри, вот. Во-первых, они уже начали кабачки развариваться. Угу. Посмотри на их блеклый цвет, он некрасивый. Не аппетитный. Да, потому что нету правильной терморегуляции. Соответственно, витамины все ушли. Посмотри, пожалуйста, на соус, который здесь есть. Я вот так вот аккуратненько возьму. Ручки уже, кстати, отвалились, потому что позгорает. Там тоже все пригорело. Видишь? И тоже пригорело еще вдобавок. Посмотри. Да и запах неприятный, кушать такое не хочется, это точно. А теперь, пожалуйста, вот наш, причем наш набор от бренда Велберг, это, между прочим, европейский бренд европейского качества. Посмотрите на его внешний вид. И здесь сталь помогает нам просто с легкостью ухаживать за этим набором. Зеркальное, да. Серебристое, а теперь пятикапсульное дно. Обращаю внимание. Посмотрите, пожалуйста, на эти кабачки. Посмотрите, какой у них яркий цвет. Посмотрите, как они блестят. Соответственно, они сохранили все витамины. Друзья, вы хотите готовить так же? Конечно, мы хотим. Вот, соответственно, готовить вы будете с этим набором. Просто с легкостью. А вот теперь покажи, какое там дно, потому что мы должны убедиться, что вот наша посуда пожалуйста, не друзья. Пригорела. При этом, посмотрите, соус сохранил свой цвет благодаря пятикапсульному дну и правильной распределении температуры. Делайте заказ прямо сейчас. Безупречное качество. И это универсальный набор посуды с многослойным капсульным дном. 18 предметов. Вы только вдумайтесь, если пойти в магазин и посмотреть, какие там цены, одна кастрюля с крышкой вам обойдется около 1000 рублей. А здесь 18 предметов за 3999 рублей.